Всем привет, ребята! Вы помните историю про англичанку, которая поставила всему классу двойки? Когда моя бабушка ее наругала, бабушка моя секретарь. Она вроде исправилась. И ну и в этот день она все-таки не исправилась. Она сегодня опять забрала у всех дневники. Мне было плевать на двойку, потому что все равно родители меня не ругают за нее. Ну и вот, поставила она всему классу двойки, мы продолжили урок. Она дала тетради посмотреть за контрольные работы. Я очень обрадовалась, потому что там была у меня пятерка, а в прошлой контрольной работе 5 с минусом, а потом уже 5. У нас в классе где-то 6-7 человек написали дополнительное задание. Они писали это задание, потому что они вынуждены доказать, что они отличники. И я одна из них. Хорошо, что у меня в контрольной всего лишь 2 ошибки. И в дополнительном задании всего лишь 1 ошибка. Где нужно было взять исключение дяди, я написала дяди. Это олень, олени, одно и то же. Ну, прозвенел звонок. Я посмотрела в дневник, а у меня там нету двойки. А мне мой сосед по парте показал дневник, и у него там двойка. Все-таки не исправилась.